Добрый день, дорогие юные друзья! Мы очень рады приветствовать вас в одном из самых красивых мест нашего любимого города Сочи – в Зимнем театре. Вы уже наверняка знаете, что в этом учебном году мы, артисты Сочинской филармонии, пока не сможем встречаться с вами в концертных залах. Но мы придумали выход из этой непростой ситуации. Мы приглашаем вас отправиться с нами в увлекательное путешествие в мир музыки, которое мы назвали «Музыкальная экспедиция». Мы будем видеться с вами в интернете. И сегодня с нами в такую онлайн-экспедицию отправится очень много музыкантов. Большой коллектив, целый оркестр. Оркестр народных инструментов «Русский сувенир» имени Павла Ивановича Нечепоренко. В состав этого оркестра входят такие народные инструменты, как балалайка, домра, гусли, баян. Но в нем можно увидеть и другие инструменты, например, духовые, флейту, гобой, а также ударные инструменты и клавишный инструмент. Итак, художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист Республики Адыгея Григорий Михайлов.
Thank you.
We'll be right back.
Дорогие друзья, благодарим вас за внимание. Оставайтесь с нами. Наши музыкальные встречи рассчитаны на разные возрасты, и проходят они каждую среду. Следите за нашими анонсами и подписывайтесь на нашу страницу ВКонтакте и на наш телевизионный канал. До новых встреч в эфире в программе «Музыкальная экспедиция».